Сегодня в приюте мы проводили перестановку. То есть пришлось переводить животных, собачек, вольеры, где действительно им было бы комфортно. Ну, в связи с тем, что нам пришлось вывести яктерьера, зиму он пережил в помещении, в тепле. Сейчас мы его делали вольерчик как раз под него. Ну, здесь сидела у нас рыжулька, которую мы, соответственно, тоже перевели. И вот этих вот ребят мы перевели в более свободный вольер. Три классные мальчишки. И они как раз сидят по соседству с тремя сикушками нашими. И сейчас они уже, смотрите, как перекликаются. Вот тоже надо стерилизовать обязательно. Смотрите, как интересно они общаются. Кто это к вам пришел? Мальчишки! А вон они как. Смотрите, как общаются. Так вот.